Согласно данным отдела финансов города, по итогам прошлого года расходная часть бюджета была исполнена на 99,6%. Было израсходовано 66 миллиардов 421 миллион тенге. Почти треть из этих средств была потрачена на развитие города. На зарплату бюджетникам было выделено 14 миллиардов 244 миллиона тенге. На сферу образования было потрачено 17 миллиардов 644 миллиона тенге, а на социальное обеспечение более 2 миллиардов. На нужды ЖКХ акимат израсходовал 9 миллиардов 762 миллиона тенге. Из этой суммы на ремонт дорог было потрачено 736 миллионов. В связи с ежегодным увеличением количества автотранспортных средств в целях разгрузки потоков движения на автомобильных дорогах особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры. Так, в отчетном году завершена реконструкция автомобильной дороги от проспекта Санкибай-Батыра до трассы Самара-Шымкент в городе Актюбе на сумму 22 миллиона тенге. Также на 4 переходящих объекта в 2017 году выделено 93 миллиона тенге. В рамках программы развития Актобе на 2016-2020 годы предусмотрены перспективы развития нашего города по 7 основным направлениям. Экономика, социальная сфера, инфраструктурный комплекс, правопорядок и общественная безопасность, транспортная инфраструктура, ЖКХ, застройка города и госуслуги. В ходе реализации этой программы было запланировано достижение 23 целей, 34 целевых индикаторов и 84 показателей прямых результатов. Из 34 целевых мы достигли 28. Что составляет 82,3% от плана на 2016 год поставлено. По 84 показателям прямых результатов мы достигли 75 результатов. Здесь бы хотелось отметить то, что по первому направлению, по развитию экономики города, у нас не достигнуты две цели, это по агропромышленному комплексу. В связи с тем, что недостижимо запланированного показателя наблюдается за счет снижения производства в Рамазане. По словам выступающих, некоторые плановые показатели не были достигнуты должным образом. И в этом году руководство города планирует устранить существующие недочеты. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».